Проваливайте! Полезно и даже очень. Иди сюда, трусливый подлец! Ну! Тебе ее согрею. Мы будем стрелять. Держать строй! Разойди!
Выкурим их оттуда. Эти мерзавцы перелез. А ну? Убегаем! Зачем? Их же попросту перебьют. Рожу набей! Да здравствуй, свободу! Сюда иди! Я тебя жду из сюда! Тебе не спастись!
случилось? Рейнджу, товарищ, по всему кварталу! Эй, вы за мной! Господин! Я слышал от надежных людей, что здесь бродит ассасины, и что вы его мишень, господин. Похоже, червяк осмелел и стал змеей. Черт! Конечно, это должно было случиться, но что-то слишком рано. Ох, да, милорд. У ассасинов везде свои люди. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Перестражу ищи этого... ассасина. Пусть сдохнет. Но, господин, половина наших людей сейчас воюет с нищими.
Покажись, ассасин! Может, он сдался? Найди ассасина! Досадно. Держать строй, не отступать! Последний ученик Белье принес мне чудесный подарок. Надеюсь, у тебя что-то похоже. Дьявол! Я тебя вижу. Держать строй, не отступать! Последний ученик Белье принес мне. Я тебя достану! Надеюсь, вот у тебя есть что-то похожее. Дьявол! Кажется, ты не так ловок, как думал. Вернись и дерись, обезьяна! Рад видеть тебя, ассасин.
Держать строй, не отступать! Последний ученик Белье принес мне чудесный подарок. Надеюсь, у тебя есть что-то похожее. И я тебя вижу. Моих подданных глаза повсюду, месье. Я предлагаю их знания вашему ордену. Что ценного может знать хозяин трущоб? Как грызутся крысы? Ступайте. Как грызутся крысы? Вот глупец. Придушить бы его. Мой господин был бы счастлив устроить это. Брат. Что с вами? Слишком много шампанского? Север, уходи! Кончен. Делосер мертв. Великий магистр. Хорошо. Черта не видно. Вы вовремя. Я собираюсь зайти на трон. На трон? Пока стоит двор чудес, должен быть и король нищих.
Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно. Тело еще не остыло. Ну, я начал действовать чуть загодя. Когда вы впервые появились во Дворе Чудес? Это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Да, наследие у вас что надо. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мертвые это мужчины. Вы обрели покой и прочий вздор. Вздор, это точно. Каждый раз думаю, что я на шаг ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает. Немножечко скотоложества, распутный священник, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь юн и уже столь серьезен. Что ж, удачи вам. Полагаю, это вы уже видели. Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. В знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И, похоже, я знаю, какой мастер ее сделал. Таким оружием убили месье де Лассера. Полагаю, вы это уже знаете. Почему молчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или добьется многого, ведь невежество не тяготит его. В теории. Мастера зовут Франсуа Тома Жермен. Его ловчонка возле рынка. Благодарю. Удачи! Что ты зайдешь, милый Арно. Ты ведь любишь, когда торжествует справедливость и все прочее. Человек по имени Гриньон владеет борделями к северу отсюда. Условия труда там ужасающие. А ты можешь их улучшить, если отправишь его в вечную ссылку. А тебе что с того? О, цинизм тебе не идет, милый. Скажем так, если милые барышни Гриньона останутся без покровителя, то мое королевство расширится. Не так ли?
Прошлой ночью. Ты продаешь больше позволенного. Я не веду дел с такими, как ты. Пусти меня. Следовало возвращаться из колонии. Нас не остановить! Достойный конец для мерзавца. Отлично.
Vous avez toute ma reconnaissance. Ah oh, t'es trop élevé, Vermin. Арно, всего хорошего. Арно! Удачи, гражданин. Heureusement que j'ai l'estomac bien accroché. J'ai jamais senti une odeur pareille. Soit temps qu'on te mette en tête. Ah non, il dit sudar. C'est le texte incontournable de notre... Il dit à ce moment-là, il dit à ce moment-là. Il dit à ce moment-là. Il dit Арно, как жизнь?
Привет, друг мой. Тут кое-что для тебя.